Каким образом, как, чтобы я... Любое слово, назовите. Церковь. Церковь, хорошо. Вы, значит, приготовьте слово, их слово церковь. Кто сказал духовное, только лишь церковное. А труды Шекспирова что, победы пировы? Ваше слово. На гущи, на кофеина не гадаю, на блюдце с тамбоском не смотрю. Между полки книгу и читаю, как живой я с ней говорю. Дверь что? Служит устремление причиной войти в любую женщину мужчиной, вступая с ней в яростный контакт. Дверь вечность отворяется лишь так. А ваше слово, товарищ оператор? Слово. Хамелеон. Хамелеон, хорошо, одну минуточку. Чтобы напасть, чтобы спрятаться, не обучен говорить, зверь умеет притворяться, мимикрировать, хитрить. Мимикрировать, хитрить. Вопреки закрытой двери, фактам, чертам и уму, человек способен верить в то, что выгодно ему. Не сморгнет при этом веком, правду с истинной любя. Дан лишь только человеку дар обманывать себя. Но речь идет о мимикрии, не правда ли? Хамелеон, скажи ему... он скажет он тебе, кто ты. Распознать хамелеона много средств, что просты. Расскажи ему, кто он, и скажет он тебе, кто ты. Следующее слово. Если нет. Да. Ничего более удивительного. Алисе 12 лет. Это совершенно потрясающий ребенок. У него нет аналога на сценах мира. У меня тоже ведь нету, но у нее это будет еще удивительно. Спасибо. Пока смотрит камера, еще пару слов. Можно? Да. Еще пару слов. Зонтик. Подождем без зонтика, да это же экзотика. А следующее слово? Любовь. Ну, сами понимаете, что справимся, сложнее задание.